Департамент здравоохранения Ивановской области отозвал свой иск против сопредседателя профсоюза медицинских работников «Действие». Напомним, чиновники обратились в суд с иском о защите деловой репутации после письма, написанного Калимановым в Министерство здравоохранения, в котором он изложил проблемы Ивановской станции скорой помощи. После двух заседаний дело производства было прекращено по инициативе истца, то есть департамента. Что заставило чиновников отказаться от защиты своей деловой репутации, Калиманову доподлинно неизвестно. Но предположение есть. Причина отмены иска – это, конечно же, результат эффективного взаимодействия профсоюза медицинских работников «Действия», организованного гражданского общества и Министерства здравоохранения Российской Федерации.